Всем привет! Утро доброе у нас, Родина пришла сейчас. Будем вместе мы играть. Настроение отличное, коровы накормлены, поспешила, побежала, подкормила, потому что постоянно проблема с молоком. Ну, теперь в ожидании чуда. Вернее, не чуда, а чудес. Всем пшеницы. Надо разводить, надо срочно разводить. Прошлась по магазинчику. Что хотите, продают, пшеницы нет. Дефицит. А что поделаешь? Понедельник, утро, какая пшеница? Никто такое не растит. Да. Чем-нибудь купить, что ли? Вера, мы у тебя сережку возьмем. Не, не возьмем. У нас места нету. Мы пойдем лучше своих туристов. Так, что у меня следующий кораблик? Надо вспомнить. Повезло-то, кораблик отправила за 2 минуты только что. Так, томатный суп, это все хорошо, кроме вот этого. Вот брикеты я не люблю. Ну, а что поделаешь? Не бывает же полностью все хорошо. Что-то должно быть очень хорошо, а что-то не очень. Бывает. И теперь туристы наши все подарки приготовили. Все. Все там, кто есть, все на выход и все с подарками. Давайте. Че теряться? Новые приедут. Погостили и хватит. Ага. И хватит это одна только с топориком. Видите, обиделась, топорик меня запустила. Ай-яй-яй, так. И все. Ну, плохо кормила, плохо получила подарки. Что сделаешь? Так. Все в моих руках. Сюда. Фига. Усё. И усё. Не дам. Не знаю, дам. Подумаю. Наверное, нет. Угу. Возьмите. Это ваше. Забирайте и идите. Так, что тут у нас? Тут у нас тортики. О, борщики. Мне так почему-то кажется, что я вчера ставила 2 котлетки. Вы не поверите? Я вчера вечером позаписывала, потом еще сидела, играла и решила сделать маленькую перестановочку. Послаживала аккуратно в кучку все кустики сухие. И таки мне это даже не помогло. Потому что до кости немного сухарей, что ну, послаживала, это громко сказано. Да, видите, вот здесь убрала кустики все. Посадила даже после этого. И тут, получается, организовала сначала сухарики, а потом то, что еще не высохло. То, что обещала высохти потом. И обнаружила, что у меня, оказывается, была выкуплена территория и не поубрана вниз. Это что же, сколько места, куда можно ставить сухарики? Вот. Потенциальное. Так что надо это освободить и подвигать. Случайно нашла. Оказывается, что, видите, тут у меня уже ровненько идет. Но из-за того, что деревца никто не поубирал, никто не знал. И я не догадывалась. Так. Еще раз к нашим баранам. Это шаурму надо еще поставить, наверное, все-таки. Парочку. Если есть из чего. Надо проверить. И если что, поставить. Если шо. И если не шо. Так. Ой. Ха. У меня поспела. Пшеничка. И еще 2. Так. Кто ничего интересного не хочет мне продать? Попилять, порубать, например, там. Я так сдалека намекаю газете. Ну, газета намеки не понимает. К сожалению. Так. Ну, я сейчас проверю, чего я куда могу отнести. О. Скромные туристы, их ничего не скажешь. Только у них ничего не выйдет. У меня свои планы. У меня будет пароходик. Это значит, что туристы
Или подождут, или пойдут погуляют. Могу соседям их отправить, если им что-то не понравится. Так. Собрали. Тут еще, по-моему, кто-то лежит. Так, поправился, что ходить не может. Надо срочно ему помочь. Точно, видите? Еще и прячется, маскируется. Все, поросята у меня все с фитнес-центра похудевшие. Что у нас тут очки? Яйца, говорите. Говорите, много яиц. Сейчас все пособираем. Ага, а через сколько у нас битва будет? Еще 2 дня. Так, ладно. С поросятами все. Надо теперь точно с заводиками разобраться. Тут чего-то кто-то хотел, но это не знаю, есть ли у меня это. Стоп. Да я вам точно не дам. Я жадная. Так, но дам кильку, если найду. Не нашла. Да она там есть, но она глубоко зарыта. Завод по супам. Чего мы хотим сделать? Хотим молочный, а поставим гороховый. Как вариант. Раз, два, три. Три. И я только что делала кораблик с рисовым. И с рисовым ушел. Так, и соляночки два. Одну. Томатового хватает. Креветочного не хватает, но нет. О, одно мясо дайте. А нету мяса, я же все у меня попрыгали. Ну, жалько, печалька. Ну, как-то так. Ладно, купить мясо тоже с утра нереально. Зато нашла пшеницу. 10 штук аж. О, что у меня так много было свободного места, что я смогла купить 5 колышков. Танечка, спасибо большое, кстати, за это, за покупочку, за мою. Так, кому чего? А мне, пожалуйста, топоричков. Молочка еще. Так, надо поставить этот корм. Угу. Это есть. А так. А мы попрыгаем. Чуть-чуть попрыгаем. Поросята прыгали выше. Что-то козочки вы ленивы. О, молодцы. Кстати, старались. Это у нас есть корм? Есть. Сейчас будем всех кормить. Прыгнул, поел. Сальто накормили. Еще один. Остальные можете постоять и поправляться. Так. Нет, мне сначала отнести. Только потом появится место, чтобы поставить пару пинжачков хотела. Еще вчера хотела, но постратила на другое. Так, я точно помню, что у меня что-то есть, но я не помню, что. Эпс, вот, раз, уже есть. Это я поставила. Кстати, может быть, у меня есть тортик. Ну, это не точно. Галстука нет, точно. Кильку сейчас привезу, но не всем. Так, туточки, ой. Ой, ой. Что вы все хотите, не то, что у меня есть. Вот девочка, берите с нее пример. Хорошая девочка. Так, этому дядьке я, может быть, принесу вишневку. Если есть. А вишневка одна, ему надо две, по-моему. У меня только что две вишневки, три, четыре, две. Кстати, ушло на пароходик. И так удивилась, такой пароходик был хороший. Всего надо было по 2 штуки. Простенький. И я его сразу и сделала.
Так, ставим здесь сначала при галстука. Потом вот так два, еще подующую возьму на третью. Четыре. Ай-яй-яй. И вот такое вот кофточка. Тут одна шапочка. И поехали. Ткань. Ой, совсем мало. Я вчера садила, видите, как деревья все высадила. Только эти сухарики не переместила. Решила, что... Ой, ладно, уже думаю. Вон кусты сорганизовала, и то хорошо. А то было так, и кусты, и сухарики вместе. Я решила немножко. Хотя эти кусты скоро станут сухариками, так что это ненадолго. Это все временно. Временное явление. Так. Еще. Стоп, я хотела. Молока нет. Вот я хотела, видите. Очень сильно хотела поставить. Чего я медик не собрала? Кто знает. Так, мне сюда. Раз, два, три. Ну, ладно, уговорили. Че нет? Ладно. Еще надо два орешка для Солушки. Что я семена сахарно нажимаю рядышком? Так, проверочка. А, чего я проверяю? Я же еще не взяла кильку. Кильку, тюльку, шпроты. Так. Теперь можно... Можно, да? Спасибо. Можно проверять. Упс. А что, кильки мало взяла? Много хотят рыбы, очень много, чересчур. Так, с молочкой у нас, конечно, засада полная. Никому ничего, жадная, да? А чё, кильки больше нет, да? Килька. Вот попрошу рыбы, вот как раз еще три штуки есть на складе, скажем так. И больше нет. Тихо. Сейчас. И ставим как вариант или супчик. Не. Консервочку. Консервочка. Раз. И вот так. Надо оливок поставить. Надо поставить оливок, бо это просто все несерьезно. Завод подгуливает, оливок нет. Сухариков боятся, деревья не садить. Во! Какая я умная, местами сама в шоке. И сухарики. Так. Пусть будет администрации игры стыдно, что они редко выпадают. Не, нам дарили вчера подарок, но не то. Не то пальто. Так. Поехали. Ладно, надо же продержать и на другое. Мясо, блин, дайте мясо, мясо. А мяса на сегодня больше нет. Опять мяса нет. И снова мяса нет. А, елки-палки. Кстати, горох.
это самое, не гороховый, а надо поставить томатный сок и посадить томаты. Ой, не только томаты, даже и хлопка фактически нет. Как-то так. Так, садим. Морковки мало. Что-то у нас так всего сала очень мало. Еще морковки. Поехали. Теперь огурцы. Всего 20 штук было. Ай-яй-яй. Так, теперь помидоры. Ну, чтобы салат состоялся. Помидоры. Ну, вы сами понимаете, если мы уже тут на салат готовимся, то нам не хватает еще пару элементов. Все верно, пару. Так, хоть бы на эти пару хватило места посадить. Есть. Так, это лук и постное масло. Лука у нас хватает, а вот маслечко будем садить под солнышек. Ладно, не хотите, мы сейчас место подосвободим. Уж не гордые. Вот так. И тут тихо, не буяним. Ха, не получается. Но я пыталась. Так, через сколько вы есть захотите? Еще полчаса. Какие-то вы несознательные. Угу. Нигде ничего. Ладно, ставим тут. Мы место освободили. Начинаем садить подсолнышек. Есть. Так, а куда чего еще установить, поставить? А, вот этот завод я не проверяла с утра. Угу. Одно суши. Одни роллы. Пару тофу. И вот так. Ага. Есть. Кстати, рис надо досаживать тоже. А риса, оказывается, мало. Ну, сначала ряд еще солнуха. Теперь ряд риса, и два ряда должно всегда оставаться на то, что быстро растет. Потому что как-то так. А вот интересно, а хлопок я, по-моему, не посадила. Ай-яй-яй. Помидоры. Да нету хлопка, я и так вижу, что нету. Это, конечно, я пошутила. Мне надо садить хлопок, это несерьезно. Где я потом его возьму? У нас так уже было с картошкой. С одной штуки разводила. Не могла никак купить, никто не продавал. Теперь я пшеницу садить не могу, места нету. И, кстати, склад тоже, по-моему, забитый под завязочку. А нет, одно вакантное место. Так, у нас есть яйца, а сахар. И два сахара. Это значит, мы ставим заводик. Вот это поставить надо. Ипс, это у нас... добра. Так, и этого нету. А
Хорошо, у нас на второй странице тоже ничего нету. А, не, есть, с брынзой. Все. Все довольны, все смеются. Так. Есть тут сахар, яичко. Яичко. А тут я поставила, нет, нет, конечно. Сколько вакантного места свободного сразу так раз. Ой, пчелки мои, а что же это так? Что же это я с вами так некрасиво? Собираемся и летим завтракать. Не, мы сегодня уже кушали, конечно, но опять пора. Пчелки сегодня у меня уже получали дозу. Это заводик должен работать. Он для этого здесь и стоит. 5, 6, 2. Ну, так не играю. Так, лимоны. Лимон. Так, вчера у меня было все заводы на ночь. Я ложилась спать. Сегодня уже одного куста не хватает. Вот так. Кто-то съел куст ночью. Пчелы. Утянули в улей. Шучу, конечно. И на этом, наверное, мы будем с вами. Ух ты, мне помогли. Спасибо, Вера. Будем видео заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр. До новых встреч.